Здравствуйте, меня зовут Александр, и сегодня я расскажу, как взять кредит и с его помощью построить или купить квартиру в Беларуси. Для начала разберемся в видах кредитов. В Белагропромбанке есть ряд кредитов на финансирование недвижимости, на строительство жилого помещения, на приобретение жилищных облигаций, на приобретение жилого помещения. Также в нашем банке можно воспользоваться программой кредитования с господдержкой в виде субсидий. В данном случае часть долга или процентов будет погашена государством. Эта программа актуальна и в 2018 году и для целого ряда категорий граждан. Важное условие любого кредита – это срок, на который он предоставляется. Так, в Белагропромбанке кредиты на недвижимость предоставляются на срок до 20 лет. Не менее важный параметр – это сумма кредита, на которую можно рассчитывать, обратившись в банк. Так, при кредитовании недвижимости Белагропромбанк может профинансировать до 90% от суммы сделки. Также сумма кредита будет зависеть от размера дохода. Зачастую при кредитовании сделок с недвижимостью Белагропромбанк готов рассмотреть возможность оценки совокупного дохода. В данном случае вместе с вашими доходами при рассмотрении вопроса о выдаче кредита может учитываться доход вашего близкого родственника. Следующий важный момент – это вид обеспечения. В настоящее время в нашем банке до определенной суммы кредита клиент сам выбирает, какой из видов обеспечения использовать. Это может быть или залог приобретаемой недвижимости, или поручительство других физических лиц. Определившись с требуемыми параметрами кредитования, вам останется только подготовить пакет документов. Туда, как правило, входят заявления анкеты, документы, подтверждающие доходы, и документы по сделке с недвижимостью. При этом для отдельных категорий граждан могут быть некоторые особенности формирования пакета документов. Поэтому рекомендую узнать, что требуется именно вам, по ссылке, которая есть в описании к данному видео. Там всегда актуальный список. Подписывайтесь на наш канал. Желаю удачи!